большое за то, что пригласили. Я ну, не так много знаю, к сожалению, людей, которые неравнодушны к происходящему в стране, и при этом на приглашение которых я, ну, вот если у меня есть свободное время, есть возможность, то я, ну, в общем, не вижу оснований там отказывать или как-то вот откладывать на потом эту встречу. То есть, если Андрей Николаевич зовет, то для меня это приглашение интересно. Ну, до сих пор так было, я надеюсь, что так и останется. Вот, поэтому спасибо, что пригласили. Оно немножко так как-то началось очень все, ну, официально, да, и мне, с одной стороны, приятно, что отметили заслуги, насколько это вот вы их считаете заслугами, а с другой стороны, как-то немножко неловко все-таки, потому что никто еще не победил, да, никаких серьезных результатов не достигнуто, вот, и поэтому, ну, а с другой стороны, может, мы просто большие планы перед собой ставим. Поэтому пока там дождутся, что мы их, да, осуществим. Но результаты уже есть. Вот, так что... на поле на этом боевом. Ну да, стоим. Там, где-то в соседних рядах, колоннах мы находимся. Да, ну, да, значит, да. Почему? Вот, ну, поэтому и приятно здесь находиться. Я воспринимаю как товарищескую встречу, дружескую, и готов на любой вопрос ответить. Наверное, не надо строить иллюзии. Вот какие-то вопросы, подразумевающие перемены, они должны задаваться, ну, с ясным, так сказать, взглядом на ситуацию, и, соответственно, ответ на них также должен даваться. То есть надеяться, что очередной всплеск активности перед очередными так называемыми выборами, будь это там еще, может быть, другой какой-то повод, нам эти поводы создают, нам их сверху спускают. Мы как-то реагируем на них и порой обманываемся, видя вот эти реакции. То есть за какой-то бурной реакции ожидаются перемены. На самом деле опыт нашего участия в такой активной политической жизни, он показывает, что за периодами активности легко следуют периоды спада этой активности, и они длятся не меньше, чем периоды активности, а зачастую как раз дольше. Вот, поэтому смотрим очень спокойно на происходящее без суеты и видим те же тенденции. Тем, кто работает против нашего народа, отступать некуда. Насколько они себя сами чувствуют загнанными в угол, не знаю. Но там за ними, по-моему, уже вот нечто совершенно инфернальное просто находится. И назад к нам, к свету, они идти не способны, они нас боятся, они не хотят нас слышать. Поэтому вот они находятся там, как некая такая ширма, да, а перед ней еще одна ширма, перед ней еще одна. И вот уже в поле видимости находятся там какие-то вот клоуны, которых нам по телевизору показывают. И мы вынуждены за их спинами что-то угадывать. Происходит то же, что и происходило раньше. Нас постепенно на государственном уровне нас пытаются уничтожить до приемлемого числа, которое необходимо для того, чтобы из кого-то, вот, ну, чтобы было из кого сосать там соки, сдирать шкуру, чтобы была рабочая сила. Те, кто живут по, в общем смысле, жидовским принципам, они сами создавать что-то не способны и не способны сами вот, ну, как какому-то вот творчеству позитивному, то есть творчеству не темному, да, а творчеству светлому. Они не способны. И какое-то число людей, которые должны что-то создавать, что-то делать для них, им необходимо. Вот сверх этого числа и сверх критической массы людей, неравнодушных к происходящему, этой темной силе не нужны, не нужно этого числа. Поэтому происходит зачистка периодическая. То, что для этой зачистки необходимы серьезные, яркие события, чтобы, ну, как-то вот проявлялись те, кого надо зачистить, это безусловно. Но пугаться этого не надо, потому что я бы не воспринимал все, что происходит, как провокацию. Не настолько наши вот эти вот клоуны-марионетки, исполняющие там темные какие-то задачи, они не настолько умны и не настолько вот продуманы прямо во всех отношениях. Зачастую они рефлексируют просто исходя из вот, ну, того объема понимания, который у них есть, из того объема информации, который у них есть. А он у них далеко-далеко не всегда больше, чем у нас. Вот, поэтому смотрим на эти реакции и видим, что ничего там не меняется.
То, что в этих реакциях проявляются и какие-то иные силы, там позитивные, положительные, или силы просто оппозиционные, вот ограничимся этим термином, это нормально. И если говорить про демократию, да, вот в хорошем смысле этого слова, то так и должно быть. Должны быть те, кто не согласны, должны быть споры, должна быть конструктивная критика. Если ее не слышат, то должны быть выходы на улицу и вплоть до серьезных каких-то противостояний. Невозможно не поддаваться на провокации, потому что мы русские люди, у нас тяга к справедливости, к тому, чтобы не было какого-то давления на наш народ, чтобы не было попирания нашей чести, нашей культуры, нашей совести. Да? Вот мы, если какая-то провокация происходит, то пытаться не замечать ее вообще совсем, но это оставаться, значит, с каким-то ледяным сердцем, не реагировать ни на что, наверное, так нельзя. Поэтому я спокойно отношусь даже к тем, кто, может, излишне эмоционально реагирует вот сейчас на то, что происходит, в первую очередь, в столице, вообще в регионах на фоне вот этой выборной волны, так называемых выборов. Мы это уже проходили. 10-11 год, когда вот я впервые посмотрел изнутри, как это все происходит, и на больших массовых мероприятиях сам поучаствовал. А мы и пытались тоже как-то вот людей организовывать, пытались добиваться, чтобы люди не поддавались в основной хотя бы своей массе на какие-то провокации, не разводились на силовое противостояние, чтобы люди в первую очередь организовывались, потом уже куда-то шли. Мы пытались организовать, в том числе и с помощью сбора подписей по разным причинам и поводам. Мы в целом хотели и хотим организовать весь наш народ, всю нашу страну, даже тех, кто сейчас у нас в гостях находится, если они приняли нынешнее современное гражданство, значит, они должны работать на нас, на благо нашей земли, нашего народа. Если они граждане, то они тоже должны быть организованы нами в первую очередь, не какими-то тоже там своими кукловодами. Поэтому будем пытаться организовать всех. Лучше для этого инструмента, чем референдум, я не знаю. По сравнению с так называемыми выборами, да, вот в современном законодательстве я лучше инструмента не знаю. Если мы говорим о законных методах и способах. Если мы говорим о чем-то, находящемся не, как говорится, законом, а в коне, в наших традициях, в наших как бы смыслах, да, в нашем миропонимании, то у меня большую иронию вызывает то, что нас пытаются некими нормами современного, ублюдочного, навязанного нам на крови права отрегулировать, потому что люди в определенный момент просто перестают воспринимать вообще всю правовую систему, когда видят, что она оказывается не для всех, что для кого-то она, кому-то позволяется ее обходить. Поэтому я не особо озираюсь на, не беру в расчет, что вот если есть такая норма, то она будет выполнена большинством. Наоборот, я считаю, чем дальше, тем больше будут за эти рамки выходить, за эти пределы. И либо произойдет то, о чем говорил Владимир Васильевич Клочков, либо до того, как это произойдет, мы все-таки сможем максимально организоваться сами на свою защиту до такой степени, чтобы те, кто хотят вот это все-таки сделать, нас там спровоцировать, превратить все это в кровавую какую-то бойню, происходящую в стране, они посмотрят и скажут, не, наверное, мы не осилим, не потянем, наверное, будем другие способы искать. Они, конечно, просто так руки не опустят, но когда видят организованное противостояние, созданную уже структуру против себя, им, наверное, проще сейчас это обойти, обтечь. Не настолько они сильны, и уж больно много вскрылось того, что они делают. Тяжелее народ стал обманывать, на самом деле, благодаря интернету, благодаря вот тому, что информационный вал, даже по сравнению с вот десятилетней давностью, он совсем другой сейчас. Вот, поэтому в целом мне по-прежнему больно за то, что происходит с нашим народом, но мне при этом нравится то, как народ реагирует. Может быть, несколько медленно он пока реагирует, но то, что люди просыпаются, пусть они пока идут за ложными поводырями, не в большой, а в большой своей массе.
Вот. Это не страшно, потому что только когда ты немножко понаходишься рядом с какими-то людьми, ты тогда сможешь сам принять решение, они достойны того, чтобы тобой руководить, или чтобы быть с тобой рядом или нет. Ну, надо какое-то время быть вместе, надо друг друга, вот, чтобы чуйка включилась, надо информацию получить. Поэтому честь и хвала тем, кто даже, может быть, сейчас как в каком-то лагере либеральном или там с крайне левым или крайне правым, неважно, находится, кто какой лагерь выбрал, неважно, главное что-то делать. Вот. Я с большим уважением отношусь к тем, кто выходит на улицы, к тем, кто организует мероприятия. Именно с точки зрения, вот как организатор, да, есть за что критиковать их, но то, что они это делают, честь им и хвала за это. Порой зачастую искренний, настоящий, вот, ну, в хорошем смысле слова, патриот, да, вот, наш национал-патриот, русский, советский человек, как раз они все по-разному себя называют, вот наши союзники, сторонники, соратники, кто-то говорит, я вот левый именно, другой говорит, я именно правый, да, правым быть приятнее, чем левым. Кто-то говорит, что он либеральных взглядов, но потому что либерализм – это свобода, и причем уточняет, что это свобода именно для чего-то, а не от всего, от всех обязательств. Пусть объясняет каждый сам свое поведение, выслушаем каждого, но вот именно за то, что люди выходят и организуются, я им благодарен. За их какие-то, может быть, ошибки во взглядах с моей стороны, конечно, буду критиковать. И самых близких людей буду критиковать, и всегда это делал, это нормально, так и должно быть. Но если, извините, какие-то не к ночи будут помянуты, да, либертарианцы смогли обыграть то, что им разрешается большие митинги создавать, то это нельзя назвать их недостатком. Это можно только заслугой, достоинством их назвать. Почему им разрешают, это другой вопрос. Вот. Но они молодцы, и нужно максимально это использовать в наших целях, и их мероприятия, их повестку, и навязывать свою повестку, навязывать свои тезисы. Я постараюсь быть более кратким, чем Кирилл Владимирович. В целом я согласен с тем, что Кирилл сказал, вот, но не хочу очень подробно разжевывать вам мысли, хотел бы, чтобы вы тоже включились в процесс, подумали, задали вопросы, чтобы какой-то вот коллективный такой мозговой штурм был бы. А несколько идей, несколько вот таких мыслей, о которых полезно сейчас думать и делать, я бы вам предложил в качестве повода. Мы сейчас живем во время, когда очень много людей молодых, среднего возраста резко вынуждены были поумнеть и стать общественно активными людьми. Они, может быть, вслед за своими лидерами, те, которые хорошо скрывают факты там, коррупции, нецелевого использования средств, так же, как эти лидеры, не знают, как дальше действовать, не знают, как строить государство, просто не задумываются об этом. Но они четко видят то, чего им не нравится. Они видят, что у них отбирают социальные блага, отбирают средства, зарплаты падают, цены растут, и все ради каких-то там Платонов, Ротенбергов, непоименованных людей, каких-то олигархов. И тем самым этот режим, он самый такой большой революционер в нашей стране. То есть он людей будет. Но не показывает, конечно, куда надо двигаться и что надо делать. Вот. Хотел бы я поднять и обсудить такой вопрос, который нельзя обойти. Вот в прошлую субботу были большие массовые выступления, люди возмущались. 1300 человек эти космонавты режима похватали без всякой законности, побросали в автозаки. Сейчас районные суды людям дают 10, 20, 30 суток ареста, люди страдают. К сожалению, без особой какой-то тактической последовательности действий
весь этот протест. Но это, опять же, слабость лидеров. Что я имею в виду под тактической последовательностью? Требовать допустить до этих выборов – это очень слабо и мелко. Ну, допустим, бы этих кандидатов допустили. Но ведь голоса будут считать те же самые преступники, не наказанные до сих пор ЦИКи, которые фальсифицировали все предыдущие выборы. Полтора года назад, по сведениям аналитиков, по сведениям экзит-полов, на момент 17 часов большинство проголосовавших было за Грудинина. Но потом объявили победу вот этого вот артиста. И никто не воспротивился. Ну, ПДС МПСР воспротивился, как организация, изначально выдвигавшая этого Грудинина, но не сам этот Пабло Грудинин не воспротивился, не заявил о своей победе, прям как Зюганов в 96-м году. Вот. Смысла участия во всех этих выборах, которые устраивает незаконный правящий режим, большого нет. Потому логичность и глубокая последовательность тактических действий у протестующих людей особо не отслеживается. Но они на верном пути. То есть они, как граждане, ущемлены, они это понимают и они протестуют. Вот. Что в этом случае делать всем остальным гражданам, которые либо не принимают еще участие в протестах, либо не в Москве живут, это важный вопрос, которого избежать которого нельзя и который необходимо задавать себе. Вот. При том, что гражданином можно себя считать как Российской Федерации, так Советского Союза или гражданином будущей России, либо гражданином империи, которую, я надеюсь, мы таки построим при нашей жизни, начнем строительство. Вот. Такие вот вопросы необходимо задавать себе. И свое отношение к этому правящему режиму также необходимо определить. Необходимо определить, я считаю, даже в таких вот мелочах, как правильное именование смысла. То есть я считаю, что не надо этот правящий режим называть властью. Власть – это то, что добровольно. Вот мы согласились, выбрали там председателя собрания, и вот мы как-то подчиняемся, он ведет какой-то регламент. Это власть. А этих же не выбирали. Гауляйтеры. Да, это какие-то назначенные, какие-то посаженные. Причем, если гауляйтер, он там идет от НСДАП, от Гитлера, вот, от известных людей, то это вообще от неизвестных. Также неправильно считать, что всем рулит вот этот вот клоун, плешивый моль, которая исторически носила чемоданы Собчаку. Это большая, большая глупость считать. Вот на Украине это бог известный, что у них там, если в кране нет воды, это Путин виноват. Если что-то там у них в Раде не то, это Путин виноват. Вот они создали себе такого бога. Очень глупо уподобляться таким вот людям, да. И рассчитывать, что вот это вот пиаришься, вот это вот нечто о шести лицах. Путин — это не фамилия, это не человек, это профессия. Вот. Шесть разных лиц. Вот. И на письме правильно использовать с маленькой буквы, как профессии пишется. То есть вот смыслы правильно соблюдать. Вот хотел бы с вами обсудить тактически, что нужно сейчас гражданам делать. Вот такой вопрос. Утверждая со своей стороны, что необходимо всячески поддерживать тех, кто позволяет этот режим смести. Если этот режим качают либералы, надо поддерживать либералов. Если качают Навальный и там псевдолибералы, которые вокруг него сидят, надо их всячески поддерживать и помогать. Это вот мое такое утверждение, которое рад был бы сейчас обсудить. Если я думаю, что в этой тесной компании, ну, это, наверное, может как вопрос, я надеюсь, но как вопрос. Любое утверждение, любая политическая сила, которая бы пришла сейчас к власти на замену правящего режима, который уверенно гнобит народ и страну и сокращает поголовье. Только самых умных 300 тысяч уезжает из страны. Это только уезжает. А сколько помирает? А сколько приезжает тех, кому не следовало бы приезжать?
Вот. Потому любая политическая сила, которая может прийти на замену этому правящему народному оккупационному режиму, она блага и полезна, и те, кто имеет шансы, надо, соответственно, гражданам поддерживать. Вот такое мое утверждение. Смотрите, рассказ о том, что Навальный будет хуже для России, чем нынешний правящий режим, это самое рассказывают все СМИ режима. Что не трогайте, не качайте нашу стабильность, а то у нас Майдан случится. Именно об этом говорит, то есть и вашими словами говорит пропаганда режима. Зачем уподобляться пропаганде? Но что может быть хуже, хуже Путина? Что может быть хуже Путина? Ну, понимаете. Я считаю, что любой случайно взятый человек на улице будет лучше Путина. Хуже. Хуже этой мрази просто нет. Нет, ну знаете, я тоже приведу пример из истории, что думали, что хуже, например, императора там Нерона в древнее время не будет. Оказалось, что еще хуже будет там. Нерон был нормальный. Это потом как-то. Даже если жизнь становится хуже, вот у нас сейчас люди объективно живут хуже, чем 10 лет назад. И... Не, ну, может быть такое, что, допустим, Навальный отдал бы Крым, там, Украину. Да, это не столь значимо, понимаете? Это отдал, не отдал. Понимаете, вот вопрос Крыма, педалирует кто? Украинская сторона педалирует. Не надо, это второзначный... Вполне возможно, что нет, я знаю, что такое Путин предаст, что вполне возможно... Замечательно, но если вы говорите нет, вот лишь бы не эти, значит, вы говорите да за путинских, вот за Путина, за его режим, за его сохранение, так надо так понимать именно. Когда двое... Давайте следующий вопрос. Да, у меня вопрос вот какой. Ну, во-первых, тем, я согласен полностью с вами, вот, но, я хотел бы уточнить одну вещь. Вот вы считаете сейчас, он же вообще практически отстраняется от дел, сам, лично, правильно? Кто? Ну, главный узурпатор. Да, главного и нету, там, понимаете, это Стоп, дайте я вас не перебираю. Так вот, не стоим ли на пороге захвата именно фашистующего режима? ФСБшниками, пирамида усечена, вертикаль срезана, ну, верхушечка вертикали. Не стоим ли мы на пороге вот этого? Знаете, это кому вопрос? Кириллу, ко мне? Кто ну, я так понимаю, что тебе в первую очередь, потому что тема от тебя пошла. Кто ответит? Вы знаете, я постараюсь вот ваш вопрос понять. Значит, я не считаю, что вот... тот артист, которого со всех утюгов, со всех телевизоров нам показывают, что это реальная власть. Реальная власть неизвестна. Реальная власть сокрыта. Вот было время семибанкирщины, которое закончилось презентацией вот этого киндер-сюрприза со словами «Я устал, я ухожу». Вот. Посмотрите, шесть этих из тех семи банкиров либо сидят, либо в Израиль убежали, либо померли в ванне, либо еще чего. А кто-то управляет. Это самая ФСБ, это очень распиаренная организация. Очень распиаренная, но не такая и умная, и сильная. Но, Я не про это. Там про что? Всех желающих на наследство, вступить в наследство. Желающих там все-таки много. Да, желающих много, ума мало. Ума мало, потому что, понимаете, ну, понимаете вот брать и людей дубиналами отоваривать просто так. Вы понимаете, власть. Ну, испокон веков, да? Кто сильнее, тот и власть. А почему вот сейчас не может возникнуть такая ситуация, что генералы как-то тоже сгруппируются и скажут, да хватит, стреляем. Кого? А всех. Оно им надо. Они для этого генералы. А уверены для них, что им оно им надо? А может и надо? Я уверен, что генералы выбиваются самые карьеристские, расположенные. Это может быть Кирилл больше скажет, как Кирилл Валерьевич. Но генералы, по-моему, сейчас российская армия выбивается только отъявленные мерзавцы. Я тогда продолжу, раз мне почти передали слово. Генералы — это такое фуфло вообще. Вот какие-то там генералы, какие-то там якобы сидят за рычагами люди, пользуются какой-то там безграничной как бы властью.
Да, да, в банке с пауками есть более жирные или там более заметные. Но это не значит, они нет оснований считать там кого-то, ну пусть даже не всесильным, а просто вот, потенциальным, да, то есть обладающим потенцией вот, политической. Там политические импотенты. Потому что если бы там была политическая потенция, то у нас бы, я думаю, еще при первых, начиная вот когда с медвежонка эту Храмовутку выпихнули на время ширму подменить, да, что теперь вот он ширму изображает, вот уже на этом бы этапе вполне могло смениться управление на военную хунту. Если бы были хоть какие-то вот действительно обладающие политической потенцией. Я тогда, кстати, несколько раз в разных вот беседах, там, с каких-то на разных собраниях мы поднимали эту тему. Я несколько раз про это говорил, что нет смысла вообще рассчитывать на военных ни с точки зрения, что они порядок наведут, ни с точки зрения, что они перехват управления какой-то совершат. На любых военных. На любых военных, вот только на военных, никакого смысла надеяться нет. Потому что вот то, что сейчас осталось в погонах и в Министерстве обороны, к сожалению, тем более вот в войсках, которые с собственным народом воюют, это несколько поколений воспитывались и отфильтровывались именно те, кто служат своим счетам на их карточках, которые для них начальник — это банкомат. И тот, кто в этот банкомат начисление осуществляет. Не у всех банкомат помещается. Да. Самое страшное для них то, что им придется принимать решение целиком самим и за них тем более еще отвечать. А если ты управляешь страной, так или иначе, ты хочешь не хочешь, придется отвечать. Как сейчас формально уже всю, как бы, всех вот собак вешают на вот это вот чудо ботоксное. И когда они это видят... Хунта невозможно. Хунта, которая из нынешних вояк, вот из нынешних погонов соберется, она невозможна. Возможно, хунта, которую выберут себе в начальники вот эти погоны и скажут, вот теперь мы охраняем вас, теперь вот давайте мы вам теперь будем служить, а вы нам оставите то, что у нас есть, и будете подкармливать дальше. Таких они себе найти могут. И, в принципе, это регулярно происходит. Происходило и будет происходить до тех пор, пока мы не должным образом не сорганизовались. Но я хотел бы от этих, вот, когда начинается обсуждение каких-то там персон, фигур, альтернативных персон обсудить можно, начиная с каких-то либеральных лидеров, заканчивая с более близкими с нам, нашему пониманию, национал-патриотами. Можно обсудить альтернативных фигур. Но даже такое обсуждение, оно будет нас уводить от, мне кажется, более важных моментов, от вопросов организации. Организации не только вот нашего какого-то там круга, будь это отдельная партия или там конгломерат организаций, просто которые привыкли встречаться друг с другом, нашли общий язык между собой. Нет, в широком смысле это будет нас отвлекать от организации народа в целом. Потому что мы как-то вот почему-то, мягко говоря, так обижаем с ряды наших сограждан, наш вообще народ, да, вот, ну, в нынешнем его состоянии. Мы его обижаем тем, что считаем, что есть только те, кого нам показали в интернете, в телевизоре, и мы их сравниваем, мы их обсуждаем. Да, у нас у каждого в подъезде может оказаться на порядок более достойная фигура. Просто по каким-то причинам этот человек сейчас либо свои проблемы решает, у него в семье может не все ладно, либо у него все хорошо, он выполняет ответственную должность на работе, он профессионал своего дела. Он может быть гениальным управленцем. Я с вами не согласен. Вот. Согласен, да? Поэтому не хочется тратить время на... Я про хунту постарался ответить, да. Вот. Чисто хунта, созданная из вот тех, кого мы сейчас видим, это не получится хунта из этого. Даже если вдруг он там что-то стрельнет, щелкнет. Они в итоге во главу все равно кого-то будут тащить. Это будут либо те большие воры, которых они сейчас знают, либо они каких-то новых создадут в качестве ширмы. Вот. Но там не будет прямого такого военного управления, как, в таком смысле, как мы понимаем слово хунта. Такой хунт они не сделают. Ну,
Прошло время, там не осталось тех, кто мог бы... Да, нету Рохлиных, скажем так. Ни на нашей, ни на их стороне уже нету Рохлиных. Ну, судя по ролику, где говорил Сивков, что наших еще много. Юрий Георгиевич, здесь... давайте, уступите кому-нибудь. Да. Есть пожалуйста, люди, которые любят. Можно Сивкова обсудить? Нет. Пока мы никого сюда не будем. Сейчас, давайте мы слово передадим. Да, пожалуйста, Юрий, вам. У меня такой вопрос. Вот последние события показывают, что сейчас ударная сила – это либералы. Да? Они не согласны с этим, хотя в этих выборах участвовали не только либералы, также участвовали и левые силы, да, коммунисты, там, Анастасия Удальцова. Но вот как-то вот с ними что-то непонятное происходит. Они участвуют в этих протестах или не участвуют, или какую-то они позицию занимают. Вот на ваше мнение, что такое с ними происходит? С левыми силами. Если объединившись, да, с тем самым Навальным, то мы его и не любили, но ведь понимаем, человек страдает. Человек идиот, он борец, ну а почему-то остальные не молчат. Смотрите, значит, у нас либералами называются те, кто либералами не являются. То есть у нас чаще либералами называются обыватели, либо по-другому еще можно сказать общие человеки, то есть преследующие цели обычного, простого мещанина, человека. То есть это, бюргеры. Это да, бюргеры, мещане, вот, горожане. Но исторически, в силу, может быть, некоторой неграмотности, так привычно, что они называют себя либералами. А почему? Ну, они вот поборники свободы. Можно то, можно это. То есть это такое, как самоназвание. И вот этот происходящий протест, он, в общем-то, политически в традиционной конфессиональной политической окраске никак не окрашен. Никак не окрашен. Протестует настоящая оппозиция, то есть протестует народ, сознательная его часть. И на самом деле это лучшие граждане нашей страны, и их надо всячески поддерживать. Но то, что в силу некоторых народ может быть малограмотным, это вполне допустимо, другого народа у нас нет. Вот. Какой есть, какой достался, какой воспитал правящий режим, и они себя сами. Ну, если они себя больше относят, самоназывают там либералами, да пожалуйста, это некоторые называют себя русскими, но русскими не являются. Вот, это нормально. Вопрос, куда люди движутся, то есть чего они хотят и что они готовы получить. Режим правящий глуп и туп. То есть вот он мог бы взять и тихо, спокойно допустить этих людей, а потом 8 сентября тихо сказать, вот ваш 1%. Мы считали, вот 1%, держите, распишитесь. Не нравится, идите в суд. Там у нас все схвачено, там все налажено. Вот как это обычно на выборах проходит. Но правящий режим туп и глуп. И он решил вот эту вот бучу поднять. Приходят какие-то там эти донесения снизу, что там народ бунтует, а дубиналом им выдать. Это тоже все следствие тупости и глупости. Некоторых деятелей было согласовано, там просто было решено, эти инсайт некоторые такой от этих председателей избиркомиссии, что им уже известно, кого допустить, кого не допустить. То есть вот некоторых допустили. Многих, которые сколько-то представляют надежду, что они могут быть неподконтрольны, опасны, вот Надежда Михайловна Клочкова. Чего там может с ней случиться? Взяла и собрала 5000 подписей. Это ж крупная организация, значит, должна быть. Это люди должны быть под одну цель заточены. Представляет опасность. Соответственно, нет. На всякий случай этот тупой режим решает до выборов не допустить. И много всех вот этих вот обывателей, которые вокруг Навального собрались, и зовущиеся либералами, там Яшин, кто еще там, Милов. Да. Ну вот их тоже взяли, не допустили. Причем дело на одной национальности. Ну, я тебе уточню по вопросу, а вот да. Еще ну, было, почему же это, а где левые, вот это, почему не видно там? Вы знаете, на самом деле у нас есть классический вот этот вот букет политических движений, левое, правое,
что еще я забыл. Но... А, обычно говорят левый, правый, либерал. То, что вот, ну вот... На Западе, на Западе причем... Все, что связано с национальностью, националистом, патриотом, просто патриотом, да, все, да. Все правые. Некоторые либералы, наоборот, себя в противности этим левым называют правыми. Ну, то есть там чехарда и смятение. Но смысл такой, что, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, вот эти идеи, идеологии, они несколько, все три, несколько они подустарели. Скажем так, идеология национализма, одна из этих троих, она необходимая, но недостаточная, вот на мой субъективный взгляд. То есть необходимо, скажем так... А почему ее недостаточно? Подождите, вот я для аналогии скажу, необходимо руки перед едой мыть, это вот то же самое, что быть националистом, но недостаточно для счастливой жизни мыть руки перед едой. Вот такая вот несколько аналогия. Это как бы минимум необходимый для создания империи. Империя что такое? Это дешевая жизнь, когда мало начальства, когда большая страна, куда хочешь поехал. Как в том анекдоте, кто там, Билл Клинтон помер и беспокоится, как там у него в Америке, под видом обывателя спустился в бар, заказал виски, ну и разговаривает с барменом. Как там дела? Как там Москва? Не бузит? Да нет, все хорошо, мы же империя. А как там эти арабы, этот какой-то там Хизбалла и прочее, не забежают евреев? Не, хорошо, мы же империя. Ну ладно, мне пора отправляться. Сколько с меня? 20 рублей. Вот, потому империю строить – это разумное поведение здравого человека. И у нас же сейчас много всяких мелких бунтустанов настроили. Кыргызстан, Татарстан, там, Чеченистан. Это много всякого ненужного начальства. Зачем человеку регламентирующее начальство? У нас 515 сотрудников только МВД на 100 тысяч населения. В 90-м году в Советском Союзе было 212 сотрудников МВД. В Сталинском СССР было 150 сотрудников МВД. А у нас же еще много всяких охранников. Вот в подъезд какой-то заходишь офисный, там охранник. Запишите свой паспорт. Зачем, казалось бы, мне его кормить? Я, может быть, несколько длинно ответил. Я к вопросу попытаюсь. Может, лучше люди вопросы зададут? Лучше вы больше говорите. Зашел разговор о левых, и вот, ну, вспомнили Настю Дальцову, да. Я тут хотел бы просто вот, ну, попытайтесь, даже не, это не столько, наверное, к здесь сидящим, сколько вообще вот к тем, кто смотрит там происходящее в интернете. Я вот сейчас тоже, будучи ограниченным в свободах, я не могу на общественное мероприятие на какое-то выйти, посмотреть вживую, поучаствовать, потому что, ну, это слишком сладкий подарок будет для тех, кто нас контролирует. Ну вот, и поэтому, вот когда видишь это все с экрана, там, с монитора, да, в квадратной рамке, как это выглядит, может сложиться впечатление, что там вот совсем уже эти левые, которых и так критикуют все, кому не лень, вот они уподобились уже там КПРФ, ничем не отличаются, тоже соглашатели, тоже никуда там не выходят, и если выходят, то неактивно. Но просто, ну, раз вот речь зашла о конкретной фамилии Удальцова, ну, попытайтесь поставить вот на место себя, да, то есть в первую очередь на место даже вот именно Насти. Я как критиковал Сергея, так и буду критиковать. Мне по очень многим пунктам не нравится то, что он делает. И он сейчас признает, что напрасно вот именно такой набор взаимоотношений с либералами, который был там, в 2010-2011 году, он был напрасен, он привел к серьезным потерям в левом движении. Но мы-то говорим не столько о нем сейчас, потому что он тоже там весь в ограничениях. А я вот хотел сказать именно с позиции Анастасии. То есть он, будучи ограничен, он свою соратницу и супругу, которой некуда деваться, потому что она с молодых ногтей в этом во всем, и она не откажет, естественно, мужу, соратнику, он, договорившись с ней, ее выдвигают вот на все эти посты, и
ждать при этом, что там что-то такое радикальное сейчас стрельнет с ее стороны, со стороны ее соратников, маловероятно, потому что как в первую очередь женщина, как хранительница очага, она на, там где-то на подсознательном уровне, она не приступит черту. Не приступит черту, потому что она уже пожила без мужа, она понимает, что это такое, дети без отца побыли. Я уж не знаю, там, насколько тяжело Сереге пришлось, ну, слава богу, здоровье вроде сохранил. Но представить, каково семье, я очень хорошо могу. И когда после всего этого еще и хватает сил куда-то идти, выдвигаться, и ждать еще, и, а может и требовать, что а ты еще и плохо там выступаешь, я вот, ну у меня на что хватило как бы наглости, я позвонил, попросил скинуть ссылку на программу. Я почитал эту программу. Я не увидел там всего того, за что мы сидели, за что даже Серега сидел. Я не увидел там этого. И, может быть, это является причиной того, что мало людей идет за той же Настей, выходит на улицы, видя, что ну, как бы вот не озвучивается то, под что они хотели бы выходить. Но говорить, что в этом вот вина в первую очередь Удальцовой и их ближних, это ну, будет неправильно. Потому что не они сейчас, не им это тянуть, а это тянуть тем, вот кто за кого, допустим, сидел в их стане левом, да? Серега там за определенных людей отсидел. Вот сейчас бы им плечо подставить и тащить бы это. А мы этого не видим. Но мы этих людей не знаем. Они лучше знают своих соратников. И поэтому вот эти наши, ну, по-своему, претензии, которые мы вот чувствуем и пытаемся как-то сформулировать, ну, так поделикатней, они не столько в адрес вот этих вот лидирующих персон, сколько в адрес ближнего круга, соратников этих персон, которые не пострадали, но, очевидно, сделали определенные выводы. Они это знамя не подхватили. Они по-прежнему шагают вокруг того же Сереги и ждут, что он еще скажет, и ну, считают, что он достаточно умный, найдет с кем договориться, не пропадет, а они вместе с ним тоже не пропадут. Вот это так выглядит. Ну, вот, Нет, ну я же начал с того, что я даже не столько сейчас говорю для вот тех, кто за этим столом собрался, сколько для тех, кто хотел бы прийти, но не смог, не успел и потом посмотрит видео. Поэтому это даже не, ну я тоже никого не хочу обвинить, я просто подсказываю, что поставьте себя вот на место и подумайте, что не пора ли уже от вот привычных, набивших оскомину персон как бы отойти в сторону и сделать что-то свое. В первую очередь там, где ты живешь. Ну, там, где у тебя сил хватит. Вот насколько хватит сил, настолько сделать. На вопрос, по-моему, он будет более правильный, чем где-то там искать еще какие-то минусы, плюсы там в программе, там, в плане действий. Давай дадим людям вопросы. Еще какие-то вопросы, да, Сергей Михайлович, пожалуйста. Я рад приветствовать вас. Мы давно с вами, как бы сказать, я бы назвал, что дружим, если вот так. По-человечески, по-мужски. Постоянно в одном округе. Да, переживали за вас, скажу честно, переживали. Но делали, что могли, что в наших силах. Уж извините, что так. Благодарим. Вот. А если дадите мне на 3 минуты побольше, я бы хотел вас проинформировать, какие дела на национально-патриотическом фронте сейчас происходят. Дело в том, что он на несколько секторов как бы есть. Национал-патриоты в виде НПСР, которые, как бы, назовем так, винегрет, они сами так называются, винегретом, идеологическим. Там всякого рода есть. Есть лагеря, где четкие такие идеологические рамки есть и присутствуют. Это лагерь традиционалистов, можно так вот назвать. Ну, естественно, они имперцы, националисты, именно в том смысле, как это нужно понимать, русский национализм. Вот. Очень правильно вы поставили вот сейчас повестку дня тем, что не взяли роль гуру и отвечать на все вопросы. Вы начали сами с вопросов. Да? Вот, это очень правильно. Спасибо вам за это. Потому что у нас сейчас тоже здесь разброд и шатание. И, честно говоря, традиционалистический фланг, это, к которому относится и Великая Россия, и ряд организаций, Русское имперское движение и Черная сотня – это вот тот костяк, который в прошлом году организовал монархическое движение в России.
монархическое движение не по тому принципу, как навязывает монархический царя, там, это, а именно под тем лозунгом, что народ должен еще заслужить. Не, здесь как раз вот коренное. Народ должен заслужить царя, то бишь созреть и сам. А не вот так вот брать, насильно навязывать народу монархическую власть. Но, конечно, не в тех рамках, которые были раньше, естественно, согласуюсь с современными реалиями. Это вот так, такой вот. И хочу сказать, вас проинформировать и лихорадить даже здесь внутри нашего блока, кто-то за то, чтобы вот крепнуть ядро. Вот никаких отношений с красными, тем более, никаких отношений с либералами, никаких отношений даже с тем НПСР, который как бы имеет в своих резолюциях, в нормативных документах, НПСР имеет достаточно националистическую такую, именно в нормативных документах НПСР, националистическую такую вектор имеет, и даже с ними никаким образом, никаким образом, ни с старообрядцами, ни с язычниками, вот надо вот православное ядро, вот такое есть, да? А есть люди, которые, есть, которые понимают, что жить в современном мире и находиться в каком-то оболочке такой стерильной, это опасно для жизни, для иммунитета, правильно? Рано или поздно эта оболочка лопается, а ты остаешься безоружным, беззащитным, твой иммунитет не приспособлен к тому, чтобы общаться с внешним миром, который полон других идей идеологических. А тем более, если ты говоришь о том, чтобы еще властвовать над этим миром, да, разнородным. И хочу отметить, что вот эти вот склоки, я бы назвал, может, даже не склоки, а разброты, шатания у нас, они присутствуют. Но все-таки все равно, я думаю, буду наверное, прав, все-таки вот, что касается националистического вот, лагеря, традиционалистов, все-таки много-много здравых людей, которые спокойно понимают, что двигаться в одиночестве не верно. Это вот как раз к тому постановке вопроса, что делать, да? Каким лагерем быть. И мы сейчас здесь видим, первый лагерь – это режим, да? Второй лагерь – это вот те, кто выходит в прошлую субботу. Да? Но по нашим оценкам, мы много обсуждали это, и все сходятся, я, наверное, возьму на себя такую ответственность, скажу общую точку, что это, в принципе, одна и та же команда. Да, там нет. Сверху сходится. Потому что Навальный учился в том же университете, где и Саакашвили, где Обамко учился, где Буши учились, где Пономарев учился. Все они в одном этом учились. Вот. Не надо иллюзии питать, что одна команда расшатывает обстановку, а другая организовывает протест. С какими целями? Можно здесь прогнозировать много вариантов. Вот. Засвечивать активистов, которые в свободном плавании находят. Или же наоборот, да, сужили. И здесь получается, много об этом говорят и Стрелков, там все говорят, всегда какая-то третья сила должна быть. И правильно здесь заметили про генералов. Вот Кирилл правильно сказал. Они не способны взять на себя руководство еще, но вот служить они кого-то найдут, потому что этим-то есть куда бежать, вот этой хунте, есть куда бежать, которая хунта. А те, кто в погонах, им бежать некуда, их там на Западе никто не ждет. И поэтому они сейчас очень задумываются. У них сейчас больше вопросов, чем даже у нас самих, о своем будущем. Поэтому я думаю, что они тоже сейчас в поиске. А то, что машут дубинками, ну... Потом разберемся, да, кто это. Поэтому мы видим будущее вот именно в третьей силе, которая должна предстоять этим двум лагерям. В принципе, все, штаб их не находится даже, может быть, и не в Кремле. Далеко не в Кремле. Штаб этих группировок. И мы знаем, где это все, откуда все исходит. И вот про третью силу мы как бы вот давно говорим, давно думаем, как это все должно организовать.
готового рецепта. Готового рецепта нет, потому что нет ни ресурсов, ни финансов, ничего нет. А это очень большое дело. Давайте передадим слово нашим героям. Что скажете? Ну, спасибо за экскурс. И, ну, как-то всегда приятно, когда рассказывают. Когда сам додумываешь, то думаешь, а вдруг вот... Ну, там, я думаю, что это пусть, объективен. Да. Не, ну если бы было что-то категорически неверное, то люди бы поправили. Да. Поэтому если рассказывают коротко, то вдвойне приятно. Ну да. Вот, так что спасибо. Я уверен, что на сегодня вот все эти упомянутые разные крылья оппозиционные в большей своей массе, мне довелось пообщаться и со многими левыми, и со многими правыми, и с либералами, особенно под конец, когда уже наше преследование начиналось, к нам достаточно много людей стало приходить из либерального крыла, которые действительно, ну, может, в силу того, что там вот эти вот кряклы, да, так называемые, у которых есть время, там, почитать, подумать, вот, мы стали чуть заметнее, они стали смотреть, что представляет собой наша идея, и заинтересовались. Поэтому довелось со всеми пообщаться, и уверен, что в каждом из этих крыльев большинство людей – это люди наши, люди грамотные, люди неравнодушные, которые в первую очередь оказывают поддержку каким-то заметным своим, в том числе, лидерам, ну, по тем вот основаниям, которые вкратце Валерий Николаевич обрисовал. То есть, может кто-то грызть эту шоблу, да, которая там, как бы, сейчас занимается, ну, по сути, пусть не прямо оккупацией, но, короче, издевается над страной, над народом. Вот, то есть, есть те, кто может их грызть, так пусть они грызут, если это даже какой-то явный ставленник, там, пусть даже не просто чуждых там университетов, пусть даже каких-то разведок там заграничных, пускай работает. Пускай, потому что он же, ну, не получится вот выкусить, да, там одного, там щепки полетят все равно, там заденет тех, кто над нами измывается. И уж не то, что не хочется их защищать, а уж извините, мы все люди живые, да, ну, когда узнаешь, что какого-то там полицая в генеральских погонах лишают должности, хотя бы, ну, пусть там не приговаривают каким-то там огромным срокам, но, по крайней мере, в клетку хоть на время сажают. Конечно, я не могу сказать, что я равнодушно к этому отношусь. Я к этому отношусь, ну, мягко говоря, с удовлетворением. Потому что вот, ну, часть этих лиц, если их можно лицами назвать, они непосредственно участвовали в заказах против представителей оппозиционных сил и наших товарищей тоже. Поэтому пусть их грызет кто-нибудь. У нас не хватает зубов, да, или мы пока, может, бережем эти зубы по разным причинам. Значит, пусть ломают зубы те, кто на виду. Вот я так на это смотрю. А что касается действий и каких-то вот, ну, хотя бы ограниченного планирования там, на ближайшую перспективу, конечно, лучше пусть, да, пусть будет какая-то несовершенная организация, даже организация, вытаскивающая людей с там, вот, где они живут, куда-то собирающая в одно место, отрывающая их от домов, от работы даже, может быть. Но это какой-то круг общения, который может оказаться очень сильно необходим вдруг. Если сейчас, мы же не знаем всей ситуации, да, ну, как бы у нас дара предвидения нету, и информации у нас явно не хватает. Но может оказаться, что завтра, послезавтра, там, через полгода вдруг рванет сильнее, чем вот, ну, мы предполагаем. Такое может быть. И тогда окажется, что вот те, у кого хоть какие-то связи есть, у них, ну, вероятность их выживания, она будет в разы больше, чем обычный человек, который смотрит все это вот с экрана монитора и думает, я пока обожду, я пока еще заработаю, или я пока подумаю, я еще не решил, кого поддержать, или я сижу, пишу свою суперумную программу, которая будет самая умная, самая грамотная, я пока спорю там где-то в комментариях с кем-то. Конституцию. Причем часть этих, не часть, а большая часть этих людей, они не поедут никуда из страны. Либо им некуда, либо они, ну, в достаточной степени считают себя русскими хозяевами, в том числе этой земли, они попытаются остаться, что-то сделать, но их сомнет вот этот вал, если они будут неорганизованы, если они будут хотя бы не в какой-то системе связи среди себя. Вот, поэтому каждая более-менее здравая партия, организация
сейчас важна, это ну, вот такие партизанские отряды в политическом смысле. Так что надо сохранить те отношения, которые есть между собой. Они, может быть, какие-то ну, там, с долей недоверия. Ну, мы не можем на 100% просто как любимому человеку там, доверять каждому, кто нас окружает. Не получается так. Но с даже теми связями, которые есть, дорожить надо. Стараться их упрочивать, развивать. Но все-таки пока есть время, каждому из нас, то, что вот каждый из нас знает, нужно стараться куда-то еще донести, в первую очередь там, где мы живем, потом там, где мы, может быть, общаемся, и постараться вот то здравое, что мы знаем, максимально распространить. Потому что, когда все, не дай бог, рухнет, и нас никого не останется, ну, хотя бы по той причине, что мы уже вот более-менее заметны, да, по нам вот в первую очередь ударим, то, что мы знаем и успели кому-то сказать, оно потом прорастет, да, как семена где-то в других местах. Поэтому делиться тем, что знаешь, делиться опытом организационным, даже с идеологическими противниками, в настоящий момент полезнее, чем замыкаться в своем сугубо узком кругу, где очень может быть хорошие отношения налажены между собой, но это можно, как говорится, одним авиаударом накрыть и все. И ничего не останется. Поэтому распространяйте то, что знаете, максимально. Не стесняйтесь, что вас не поймут соседи, сослуживцы. Вот видите более-менее интересного человека? Делитесь всем, что знаете. Литература, просто идеи, добрые, теплые слова поддержки, надежды. Делитесь всем. Я думаю, что так и происходит. Не мучитесь. Сергей в 3 минуты уложился. Да. Николай Владимирович, ваш вопрос. У меня вопрос, ну, наверное, с каждым днем сейчас вот приближается к 8 сентября все больше и больше заботит, как ответственному гражданину исполнить свой вот этот гражданский долг в единый день голосования. Вот лично для себя я вот ну, так периодически об этом вспоминаю и думаю, вот варианты какие. Ну, для себя я вижу, возможно, вы какие-то свои предложите дополнительно. Это пассивный бойкот. Семья, дом, лес, шашлык, в общем, не замечаю. Активный бойкот, которого в основном придерживалась наша партия в предыдущие выборы. То есть перед голосованием мы проводили пикеты, стояли там с баннерами, были как согласованные, так и согласованные, призывали к бойкоту выборов. Да, хочу выборов. То есть не просто мы там отсиживались, а мы участвовали там, даже что-то нас там пару раз, по-моему, там забирали с административкой, без административки. Для себя лично я еще это совместил с участием в качестве наблюдателя. То есть я участвовал на выборах наблюдателем, причем, по-моему, один раз от коммунистов, другой раз от Навального, но сам не голосовал. Вот. Третий вариант. Меня вот у нас в Кунцево очень активная такая общественность. Мы там сплотились. Недавно в четверг у нас было учредительное собрание, создали движение, вот, в которое объединились совершенно разные политические силы, различных взглядов, левых, правых, общественники. Вот, там создаются списки, из которых решают, за кого будем голосовать. Причем несколько там некоторые люди прошли, собрали подписи, зарегистрировали и обсуждается вопрос, и они согласны, что кто-то снимет свою кандидатуру перед выборами в пользу кого-то, кого выберут. Вот. По моему участку, насколько я знаю, там коммунист идет. Вот. Но тем не менее, узнаю, что это точно не Единая Россия. Вот. Возможно, еще существуют какие-то варианты. Вот. Мне хотелось бы услышать вас, ваш совет. Для себя я еще не определился, каким образом поступить, но вот, что бы вы посоветовали, что делать 8 сентября, и что делать вот в этот период до 8 сентября? 3 минуты. Хорошо, спасибо. Самое простое это доносить где только можно, что это не выборы в хорошем смысле этого слова. Это даже не просто выборы, да, потому что, ну, если уж говорить так развернуто, я за выдвижение, а не за выборы. Но это, наверное, тема отдельного выступления, да, какой-то дискуссии, ну, чем отличаются действительно настоящие традиционные выдвижения лучших из лучших от нынешних вот этих вот выборов, даже если они по закону проходят, это практически полностью противоречит нашему традиционному укладу. Вот эта навязанная избирательная система с тайным голосованием,
это не по-нашему, это не по-русски и даже не по-советски, потому что в советах голосовали преимущественно открыто, в живых народных советах, поднятием руки, когда все друг на друга смотрят и когда видно, кто за какое решение. Но не будем сейчас детализировать. В общем, даже если вот, мы просто максимальному числу людей донесем, что это не выборы, и это там балаган, шоу, как хотите называйте, не для того, чтобы люди туда не то, что не пошли, а проигнорировали полностью. Тут ну, неправильно. Нас вот загоняют в рамки. Вот либо ты идешь на выборы, либо не идешь. Все. Это неправильная вилка, это не все варианты, это варианты, о которых нам говорят отовсюду, что ты не пошел, значит ты плохой, или пошел, там, допустим, за единороссов, тоже плохой, а вот пошел, проголосовал за кого угодно против Единой России, ты, значит, хороший, значит, ну, там, патриот или оппозиционер настоящий, это неправильно. И в большинстве своем за возгон явки на участке, и вот за этот возгон ратуют, или как сейчас говорит, топят два крупных источника. Это сам режим, который нелегален полностью. И он держится только за счет легитимности. Он незаконен, но народ его терпит. А то, что люди идут на участки, это подтверждает, что значит еще пока режиму верят. Верят, что выборы могут быть честными. И режим держится за счет вот этой явки, за счет легитимации посредством возгона явки. Это один источник. Второй источник – это оппозиция, которая по разным причинам, не видя других вариантов, или намеренно желая встроиться в эту систему, или еще по каким-то причинам, идет и сама выдвигает своих кандидатов и зовет остальных этих кандидатов поддержать. Многие кандидаты, ну, как это называется, оппозиционные, но на самом деле народные, да, вот правильные выдвиженцы, они интересные, толковые вещи предлагают. Там, может быть, не все идеально, там нет каких-то идей, которые мне симпатичны, но по сравнению с тем, что исходит из администрации президента, это все равно небо и земля. И они не видят, вот эти выдвиженцы с этими программами, не видят другого способа, как еще, с, ну вот как-то себя продвинуть с этими идеями, кроме как позвать «голосуйте за нас». Хотя ничто не мешает использовать эту вот гонку избирательную до упора, максимально на этом вале прокатиться информационном, который Кремль создал. Они же нам спускают эти даты, эти вот избирательные эти процедуры. Вот максимально на этой волне прокатиться до конца, а потом технично с нее соскочить и сказать, что а теперь, когда мы вас поимели, мы попользовали вашу волну, теперь мы вам говорим, насколько она грязная, вот мы демонстрируем это, и мы не хотим больше в этом мараться. И, грубо говоря, если бы Грудинин до последнего, например, тащил свою паству, а потом всех здравых, замечательных, толковых, неравнодушных людей, всех патриотов призвал бы, что, ребят, ну вы услышали, какая программа, да, вы поняли, какая у меня команда, а теперь я вам откровенно говорю, что с этой мразью нас не пропустят, и мы будем возвращать власть народу не на выборах. Как бы это рвануло, насколько бы это было сильнее и мощнее, и как бы это обвалило явку, максимально, что можно толкового сделать на вот этих так называемых выборах, это максимально снизить явку. Это лучший щелчок по носу этому режиму. Но это же не могут воспринять те, кто уже выдвинулся. Они считают, что это их вот таким образом мы предаем, если мы не приходим на участки. И они предлагают что угодно, но только чтобы обязательно пойти и проголосовать. Вот они считают, что нужно голосовать. Я не прекрасно понимаю, что и максимально придя на участки, и наоборот, максимально не придя, мы все равно не настолько организованы, чтобы тем или обратным способом победить. Поэтому у меня есть советы для тех, кто все равно решил идти участвовать, в том числе вот своим присутствием на участке. Если уж вы идете на участок, но понимаете умом, сердцем не надо, умом понимаете, что нереально, вот ну нереально,
То есть, да, какой-то процент будет, но нет, ну, вы видите, вот к дню голосования вы увидите, насколько ваше, конкретно в вашем регионе, в вашем районе за вашего кандидата примерно сколько будет голосов, оценить может каждый, кто активно участвует в процессах, кто видит это, ну, заранее в интернете отслеживает, тем более, если это организации какие-то, ну, это несложно, и примерно просчитать можно. То есть, а там же еще должен быть запас с учетом фальсификации. И вот вы видите, что ну, не получается. Вы решили все равно прийти на участки, но придите туда. И там на участке подайте жалобу в избирательную комиссию. А они обязаны ее принять в день голосования и рассмотреть до конца, до подведения итогов на участке. По согласно избирательному законодательству, они жалобы обязаны рассматривать. И представьте, что ваш коллектив единомышленников недостаточный для того, чтобы ваш кандидат победил, но вполне достаточный, чтобы попортить кровушку вот этим, скажем так, организаторам этих мероприятий. Ваш коллектив придет и подаст эти жалобы, если вы еще что-то одно одинаковое там сможете написать, сформулировать, а потом, если вы боитесь, что ваш бюллетень используют, да, не надо его выносить, не надо его там рвать, возьмите его и приложением к этой жалобе, подайте, напишите жалобу в двух экземплярах с приложением бюллетеня. Это будет доказательство того, что его уже, ну, если кто-то захочет использовать, это уже будет не на вашей совести. Открепить удостоверение практически перестали работать, но раньше я всем советовал, берите открепы, это с печатью доказательство, что вы ваш голос не использовали. Открепить удостоверение взял, но потом не пошел, бюллетень тебе, соответственно, взамен удостоверения не выдали. У тебя осталось конкретное, да, когда мне говорят, ну все равно это же твой тоже президент, так вот, ну, выборы прошли. Я говорю, извините, я в этом дерьмище не участвовал, вот открепительное удостоверение. Вот. Ну, опять же, есть те, кто все равно пойдут и будут голосовать. Вы все равно молодцы, потому что это лучше, чем сидеть дома. Вы могли не понять меня, там еще кого-то, но вот вы решили, вот в рамках вашего понимания, вы сочли, что нужно пойти проголосовать. Спасибо вам за то, что вы, по крайней мере, не отсиделись просто так, но... Со всей ответственностью подойдите к вашему выбору и зарубите себе на носу, что просто с уванием бумажки, в которой вы подписываете, что часть своих прав передаете вот тем, кто потом будет считать эти бумажки, и тем, кто потом победит по итогам этих подсчетов. Вот зарубите себе на носу, что этим ничего не решается. И независимо от результата, пройдет ваш кандидат, не пройдет, раз уж вы не постеснялись прийти ради него на участок, то надо и дальше на этого кандидата, на этого действительно золотого человека, ради которого вы сочли возможным участвовать в этом преступлении по насильственному удержанию власти, вы должны пахать как прокляты на этого человека, если он настолько вам дорог. Днем голосования ничего не заканчивается, ничего. Надо, во-первых, начинать, еще год назад было, но если вы только сейчас проснулись, ну, тогда начните сегодня и не заканчивайте. Потому что сегодня вашего кандидата не допустили, не пропустили, поломали от него дубинку, еще какую-то гадость ему сделали, там, обвинили во всех тяжких. Он не прошел по каким-то причинам, но он остался лидером, он или она. Помогайте этому человеку, собирайте вокруг него людей, регулярно интересуйтесь, какая нужна помощь, будьте готовы защитить этого человека, распространить его идеи, создать ему вот, ну, как, какую-то опору на этом болоте политическом, чтобы он мог по вам шагать, если вы ему доверяете, почему нет, действительно шагать к реализации своей программы, к реализации того, ради чего вы его поддерживаете, уже поддержали и будете поддерживать. Вот, наверное, такие советы, они, в общем-то, и для, ну, какому бы крылу оппозиционному не принадлежал, неравнодушный гражданин, они будут полезны и уместны. Ну, можно там развить более подробно, да. Передадим слово. Я бы рад был послушать, что Валерий Николаевич скажет. Спасибо, Кирилл, что такие закончил эту тему. Я постараюсь коротко, по примеру Сергея. Значит, я целиком согласен с Николаем Владимировичем, что пассивное голосование это как минимум, пассивное участие это как минимум. Был такой лозунг, ты его помнишь, выборы без, если не автор его, выборы без ответственности это преступление. Саша Соколов. Замечательно, отсутствующий здесь Саша Соколов, автор. Выборы без ответственности это преступление.
Поясню. Вот все, кто соглашаются идти, участвовать, хотят, чтобы их избрали кандидатами на эти выборы и не говорят, что они будут зависимы от народа, тем или иным способом отдадутся на оценку народу, это все соучастники режима. И именно так необходимо все вот эти вот выборные шоу рассматривать. У нас 15% населения – это те или иного рода зависимые бюджетники, которые строем ходят на выборы и голосуют как надо. Сейчас у всех есть мобильные телефоны, так они даже результат своего голосования зафотывают и шлют начальству, отчитываются, что вот они, что начальство им сказало, то они и выполнили. Если вы помните, здесь все люди в возрасте, в советское время так несколько презрительно показывали, что в той Америке, в империи зла, военнослужащие армии не ходят голосовать на выборах. И это нам указывалось как некоторое поражение в правах. А посмотрите сейчас, какое вообще право эти слуги народные, вот от чиновников, начиная, все чиновники это слуги слуг. Вот избранные народом депутаты, там даже президент, это слуга. А вот вся вот эта чиновничья челядь, это слуга слуги. И вот какое право эта слуга слуги может наравне с остальными гражданами, которые зарабатывают свой хлеб в поте труда, своего, также ходить и выбирать так, как ему начальство указало. Конечно, будущая власть должна некоторую сегрегацию этого избирательного права провести. Вот. Что делать сейчас? Как минимум туда не ходить. Второе правило Николай Владимирович сказал. Как минимум разъяснять тем или иным способом незаконность этого действия. Ну и третье, это прийти либо наблюдателем на эти избирательные комиссии, либо членом комиссии с правом решающего голоса. Зачем? Для того, чтобы посмотреть, словить преступников за руку и все, что от вас зависящее в пользу воли народа, в пользу соблюдения воли народа, сделать. Вот. Если вы не заметили фальсификации, это не значит, что их не было. Это совершенно не значит. Вот в этом отношении на выборы необходимо идти либо как наблюдателем, либо как правом решающего голоса. Но... Да, да, то есть всячески для общего полмнения. Но самому ходить голосовать не следует. Вот мы с Кириллом Владимировичем были в числе тех 69 арестантов, находящихся в следственных изоляторах в 2016 году, в сентябре месяце, когда проходили выборы. Среди 75 тысяч, кому было позволено из числа арестантов голосовать. Вот 75 тысяч арестантов пошло и нагнала явку на этих выборах, избрала нам этих думаков, которые делают статьи, которые принимают статьи Уголовного кодекса с вилкой от 10 до 20 лет, где якобы по преступлениям, где нет ни потерпевшего одного, ни ущерба нет. Это вот букет наркотических статей, букет политических, террористических, экстремистских статей. Ну, да, вот, тоже сейчас. Да, вот сейчас продлили арест Екишеву, еще Екишеву, Антонову, Финогину еще на 2 месяца продлили. То есть люди томятся в неволе. И вилка статьи у них, вторая часть участия в террористической организации от 10 до 20 лет. При том, что никакого ущерба никому не нанесено, никакого ни одного пострадавшего нет. И вот такие статьи принимают те, кто были избраны в сентябре 2016 года на этих выборах думаков охотного ряда. Мы с Кириллом в этом не участвовали. В числе 69 арестантов из 75 тысяч. Хотя тогда право еще было. Администрация как на вас это... А администрация? Ну, всячески. То есть я трижды отказывался письменным образом, что я в этом цирке не участвую, это преступление. Выборы партии – это не выборы депутатов. Вот у нас по Конституции же не надо никакие партии выбирать. То есть достиг 21 года, не содержишься по приговору в местах лишения свободы, все, ты можешь быть избранным и можешь избирать. А нам говорят, нет, пойди в какую-то партию. Это незаконно, это способ убрать Лучники, способ узурпации власти. Ладно, с этим вопросом многие и так определились, и было сказано много, я закруглюсь. Но хотел бы ответить на предыдущий вопрос, который Сергей задал. Во многом я согласен,
Как ответить? Я несколько не согласен с ходом мысли, но поскольку мы действительно друзья, я вот сидел и вспоминал, с какого же года мы вместе рядом в одном соседнем окопчике воюем с этим врагом. 13-й этаж. Да. 11-й. Ну, это активно, я а думаю, если где-то 9, можно начать считать с экспертизы Андрея Николаевича? Ну, лично. Так, между прочим, экспертизы еще той по поводу законопроекта. Если говорить про Великую Россию, да, тогда можно... И сразу это еще дальше. Да, действительно, мы очень давние друзья, и вот на правах того, что мы друзья, я себе позволю рассказать, вы можете не соглашаться, но мнение мое дружеское услышьте. Значит, с чем не согласен? Правящие верхушки, у них большие проблемы, им действительно некуда бежать. Вот рядовым исполнителям, всяким там майорам, полковникам, им подавно некуда, им подавно, они языкам не обучены, и им здесь либо на лед Невы ложиться штабелями, либо к народу примыкать, здесь гадалки не ходи. Вот. А вот те тайные выше, вот весь этот олигархат, они очень стараются понравиться в этих зарубежных кругах, там скупают компании, нанимают топ-менеджеров, каких-то лордов и прочих пэров. Но их не принимают, то есть они не нужны фашистов, эту хунту, которая является правящей в РФ режим. Во всем мире это особо не любят, им бежать некуда, у них большие действительно проблемы. Они хоть и угождают, они хоть и действуют в угоду США, там, западному миру, там, Китаю, но за своих их там, за своих сукиных сынов, как про Пиночета говорили, их там, Самосу, их там не держат. Их не держат. Значит, по поводу, чем заниматься вот как организации, что надо крепкое ядро, я точно такие же речи слышал от наших союзников Рутфронтенсов, а именно из РКРПшников. Они говорят, нам не надо много людей, нам не надо, вот нас меньше, зато лучше, меньше, но лучше. Пусть нас 100, пусть нас 50, вот мы ядро создадим. То есть это, на мой взгляд, частое заблуждение. По поводу... Ну, не пораженческое, но это типа, чтобы такого делать, лишь бы ничего не делать. То есть вот это, вот мне кажется, из вот этого разряда. Но ведь они гордятся своей чистотой. Ой, гордиться можно. Сколько мы упреков слышим. Гордиться можно, конечно, конечно, да. Ну, вы понимаете, о чем говорю. Значит, по поводу субботы прошлой, субботы будущей, кто бьется на улицах, кого избивают эти космонавты в амуниции. Я бы не сказал, что это одно и то же. Избивают-то они как раз народ. Это люди, которые не видят других лидеров протеста, не видят других идей, и которые знают, где враг, что за кремлевской стеной враг, и с ним сражается. То есть это народ. И с ним обязательно надо быть, иначе организация маргинализуется и как-то уходит в какие-то виртуальные дебри. Вот такие уходы в виртуальные дебри я очень сильно вижу, поразило вот этот уход все левые организации. Они говорят, не, заниматься сегодняшними делами не надо, мы вот на какую-то далекую перспективу работаем, вот где-то там далеко, и все, их не видно, не слышно. А по поводу университетов. Университеты ничему не учат. Никого университеты еще не научили. Учат только работа и практика. А то, что в каких-то там в Еле университеты учился, это не более чем повышение снобизма. Ну, это курсы подготовки кадров. Может и промывка, а у кого их не было, что там промывать? Очень серьезно. Вот. И разговоры про третью силу, мне кажется, тоже вот как раз из вариантов того, что чтобы такого сделать, лишь бы ничего не сделать. Это вот по части дружеской критики. Да. Мы еще подискутируем. Валер, ты натолкнул на мысль на одну. Я считаю это важным рассказать. Хотя когда-то мы про это говорили давно, но, наверное, оно забылось. Мы же редко встречаемся. И вообще был период, когда особо не поговоришь. Да? Валерий Николаевич вернул нас к народу, который находится на улицах. Вот. И пусть мы сейчас ограничены, мы не можем присоединиться, но мы можем поделиться нашим опытом.
не просто законной, а вообще ну, какой-то возможной защиты, да, вот, и одновременно каких-то вот, поделиться какими-то советами, что можно сделать сейчас вот в этой ситуации, когда улица вот так вот, ну пусть не прям кипит совсем, но бурлит, да. Во-первых, с последнего начнем. Есть организация, есть у нее программа, неважно, что там, может быть, это тактические какие-то вещи, может быть, это что-то стратегическое, ну, вот, например, не будем про Великую Россию, ПДС НПСР, да, там есть 10 тезисов, и мне вот, почему я, как бы не критиковали ПДС НПСР, я сам критикую, я прекрасно знаю, из кого состоит совещание, по каким принципам оно работает, там в основу деятельности несколько ошибочных принципов заложено, но там есть программа с 10 тезисами, и один из этих тезисов, он кратко формулирует нашу идею, идею, за которую мы сидели, идею ответственности высших органов власти перед народом. И только поэтому я желаю развитию этого круглого стола, этого совещания, этой организации максимального развития, чтобы получилось даже то, может быть, что я критикую, но чтобы получилось, чтобы люди не разочаровались в вот этих лидерах, в этом кругу, и чтобы двигались дальше, потому что это одна из точек кристаллизации, одна из точек объединения. Так вот, есть организация, есть у ПДС 10 тезисов, у Великой России своя программа партийная. Помимо этой программы, опять же, есть какие-то вот наборы тактических задач, которые можно сформулировать в набор документов. Когда вы идете на массовые мероприятия, так называемые разрешенные, ну, как согласованные, да, у нас, к сожалению, сейчас то, что тебе дозволено Конституцией, нужно еще согласовывать. Вот. Так вот, когда вы проходите в эти загоны, проходите через эти рамки, вам приходится заранее ну, как-то вот считать, а что я туда с собой возьму, с чем я там к людям обращусь. Вот хотелось бы, вот, например, вот так вот сформулировать мысль, но там же будет какая-то тварь стоять пятнистая и будет свое мурло совать в эту бумажку, сам ничего не поймет, и только поэтому меня с этой листовкой не пропустят. И скажет, что вам нужно согласовать ее вот там, у какого-то другого там быдла, которое стоит, да, никуда устроиться, кроме Центра противодействия экстремизму, не смог. И стоит, согласовывается листок, он разбирается в смысловом содержании текста, ну чуть ли не прям эксперт, да. Причем вся деятельность сводится к тому, что ой, что-то у вас тут экстремистское, мы отдадим специалисту. Вот и все. Но, тем не менее, вы на этом теряете кучу времени, далеко не факт, что за ваш счет, за ваше время, вами потраченное, изготовленные листовки еще дойдут до людей. А тут нет рамок, тут нет ограничений, тут вдруг раз и на улице оказалась толпа. И где она окажется, даже сама эта толпа толком не знает в какой-то момент. И намного больше способов к этой толпе присоединиться, без всякого этого идиотского контроля антиконституционного, обратиться к людям со своим, в том числе, печатным словом. Так почему это не использовать? Речь ведь не идет о том, чтобы идти плечом к плечу сражаться с полицаями. Это когда уже действительно права нарушают, и когда нужно жить свое достоинство, свое как мужчина, если там женщины рядом бьют, защищать, тогда да. А так-то зачем на провокации поддаваться? Бейте информационно, бейте словом. Еще нет никаких столкновений, а уже толпа есть, и неизвестно, что будет дальше. Что ж время тратить? Общайтесь, раздавайте свою раздатку, которую есть год. Один из самых правильных способов использования этой ситуации. Это один момент. А второй момент, это когда уже все-таки битва началась, и когда есть противостояние, и вам, может быть, ума хватило где-то не поддаться на провокации, но тем не менее и вас могут задержать по беспределу абсолютно, и тех, кто рядом с вами. Поэтому в свое время, именно для такого случая, наш коллектив подготовил ряд материалов, все сейчас пересказывать смысла нет, даже один пересказывать не надо. Просто основная вещь, что надо запомнить. Когда вдруг кого-то рядом с вами задерживают, нужно настойчиво требовать, чтобы вас задержали вместе с ним в качестве свидетеля. То есть, ну не задержали, не доставили, но чтобы вас включили в протокол как свидетеля того, что происходит.
Естественно, вам откажут. Это естественно. Но вы тем самым поможете этому человеку, которого задерживают. Если задерживают вас, то настаивайте, чтобы те, кто находится рядом с вами, а уж будьте уверены, большинство из них подтвердит, что они являются свидетелями, чтобы их вписали в те материалы, которые фабрикуют против вас, как против якобы там нарушителя порядка. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы потом, когда в нарушении всех процедур и норм, без протокола доставления, без протокола задержания, вас, промурыжив весь вечер по столице, только потом привезут в ОВД, и там начнут составлять протокол, поставив дату и главное, время, когда начали составлять протокол. Так вот, там можно вписывать замечания? Вот добейтесь, чтобы либо было написано правильное время, либо в замечаниях написать, что на самом деле я был задержан тогда-то, тогда-то. Собственноручно. Да, вам же дается такое право, слава богу, пока еще можно в протокол, как лицо, против которого он фабрикуется, еще можно что-то записать, слава богу. Так напишите самое главное, не пишите там, что я за русский народ, я за великую Россию, это потом можно из-за решетки рассказывать, не дай бог, конечно. А в протоколе нужно писать те слова, которые действительно реально ударят по вот этим мерзавцам, фабрикующим против вас дело. Обязательно напишите время вашего задержания и обязательно напишите, что во время задержания в нарушении, там даже не нужно писать нарушение, чего просто не были составлены протоколы доставления, протоколы задержания. И самое главное, протокол административного правонарушения, его никто не мешал составить на месте, прямо в автобусе. И вот, если уж вдруг там ну, такая буча на площадях и улицах, что ну, невозможно там это сделать, хотя полицаи это должны уметь, это в их обязанности входит. Но, по крайней мере, в автобус, куда вас доставили, там гранаты не летели, фаеры не залетали, и там была возможность, раз уж вас отвели в это место, чтобы изолировать, была возможность составить все необходимые протоколы. Этого сделано не было. И это является доказательством того, что материалы против вас заведомо фабрикуются. Почему? Потому что если бы они составлялись согласно ну, там, всем законам, короче, закону о полиции, да, административному кодексу об административных правонарушениях, в том числе инструкциям, хотя там половина из них не соответствует законодательству, но если покопаться, то у полицаев, у них у самих это все правильно написано. Их только учат неправильно, вопреки их собственным приказам. Так вот, тот факт, что это не было сделано как положено, а сделано так, как делается сейчас, это доказывает, что дело против вас фабриковалось изначально. И те свидетели, которые могли бы сказать, не то, что вашу защиту, а просто реально, описать реальную картину происшествия. Они были рядом. Они обязаны свидетельствовать, говорить только правду. И их должны были вписать в протоколы потом в якобы справедливом, якобы честном суде, куда вас вызовут, туда должны вызвать и свидетелей, что, ну, чтобы объективно всесторонне рассмотреть дело. Но этого, естественно, делаться не будет. И когда вы это впишете в протокол, то намного легче будет потом обжаловать то, что против вас сделали. И, естественно, мы не строим иллюзии, у нас нет судов. У нас суды не избираются вопреки Конституции народа. Но сколько веревочки не вейся, рано или поздно, кто знает, может быть, сегодня эта мерзавка в мантии чувствует себя безнаказанной и плюет на все, на всех и вся, кроме своих начальников. А пройдет неделя, другая, поменяется команда, да, вот этих червей, вот этих пауков, которые сотки из нас сосут. И вот эта судьюшка, которую на должность пропихнули, да, там, ну, определенные лица, что она там для них сделала и как она с ними связана, это мы можем только гадать, там, нормы совести, морали там ниже плинтуса. Ну, каким-то образом вот пролезла туда. И вдруг эта команда не удел. Сместили какого-то начальника, кто-то кому-то там перешел дорогу, они грызутся с собой тоже не слабо. И вот эта судьюшка оказалась не у дел. И вдруг материалы, которые лежали, да, с лежнем, там, отказы вам приходили, вдруг они получат ход. Не потому, что вы такой хороший, не потому, что справедливость восторжествовала, а потому, что конкретно задача, чтобы эту судьюшку завалить и освободить место для новой. Там чьей-то родственницы, там, или... не знаю, там, любовницы.
Вот почему это надо делать, потому что они друг на друга досье собирают. И если есть возможность, надо добавить наших бумаг туда. Они нас бумагами убивают, и мы должны тоже в ответ бить по ним этими же бумагами. Да, и забыл важный момент еще, раз уж о протоколе речь зашла, не забудьте написать, что вот эти вот сотрудники, которые якобы сотрудники полиции, да, якобы должны служить закону, они ведь совершают ряд нарушений в процессе этих задержаний. Опишите эти нарушения из... слушайте, у меня есть распечатка этой статьи. Я тут пытаюсь слова подбираю. Вот, значит, записывайте про то, что время протокола, время составления протокола и время вашего задержания должно быть указано реально. Это я уже сказал, чтобы была видна разница между временем фактического задержания и временем, когда составлен протокол. Потому что этот промежуток – это незаконное задержание. И запишите прямо, вот можете дословно, что в протоколе должно быть. Считаю, что против меня в провокационных целях совершены преступления, незаконное лишение свободы, недопущение к участию в мирном массовом мероприятии и незаконное задержание. Вот этого достаточно. И дальше, с целью сокрытия фактов этих преступлений, времени их совершения и устранения свидетелей, лица в полицейской форме, может это вообще не полицай, может это заведомо преступник, лица, напавшие на меня там-то и там-то, во столько-то и столько-то, даже не составили протокол на месте нападения на меня, на месте лишения меня свободы. Вот плюс-минус, вот такую формулировку напишите. И дальше, когда уже вас потащат в суд, то в суде, сославшись вот на эту запись, а эти протоколы они будут вынуждены приложить, у них других не будет. И в суде вы уже для судьи заранее напишите, потому что там в процессе лучше, чтобы все было на бумаге записано, иначе вы скажете на словах, это забудется и никуда не войдет. Заранее подготовите еще одну бумагу для судьюшки, что факт того, что я был лишен свободы до возбуждения административного дела, что подтверждается протоколами, доказывается тем, что на месте нападения на меня полиции никакой протокол не составлялся. Прошу суд обязать прокуратуру возбудить уголовное дело против напавших на меня полицейских по признакам статей 127, 149 и 301 Уголовного кодекса. И вот после этого судья уже будет не оценивать факты, которые доблестные сотрудники ей изложили. А она будет, пусть не явно, но на уровне своего там юридического правового сознания понимать, что показания доблестных, в кавычках, сотрудников превратились в показания преступников. И ваше слово против их слова. Естественно, она вынесет то решение, которое ей спустят сверху, но таким образом составленные материалы имеют больше шансов, когда потом ситуация немножко шатнется куда-то в другую сторону. Вот. Вернемся тогда к исходным нашим вопросам. Мы очень интересные беседы провели, касающиеся выборов, касающиеся поведения во время массовых акций, беспредела полиции, судов и так далее. Это очень важная информация. Я даже думаю, что, наверное, отдельные видеоролики надо сделать и как бы их презентовать. Как раз сейчас, когда многие потянутся на эти массовые акции, несмотря ни на что. Вот. Но я бы хотел вернуться к тем темам, которые изначально были затронуты. Они очень важны для тех, кто, скорее всего, не пойдет на массовые акции. Таких будет подавляющее большинство. Нам иногда кажется, что вся политика делается там, где столкновение с полицией. Но это ведь не так. Это ведь не так. Вся политика делается в основном в головах у людей. Вот что они воспринимают, что они видят в средствах массовой информации, что они слышат. Вот здесь хотел бы заметить, как нам вас не хватало все эти годы, когда вас держали за решеткой. Потому что я без тени желания польстить должен сказать, что речь здравая, связанная, по-русски эта речь звучит, и эта речь ложится в голову и в душу. И таких людей должно быть достаточно много, потому что у нас очень мало эфира и очень мало тех, кто нас в этих эфирах смотрит. Даже если смотрят сотни тысяч, что случается крайне редко, то в головах откладывается совсем немного. Совсем. А уж из тех, кто послушал и превратился в соратников, так это вообще единицы. Поэтому нам надо бороться не только за улицу, еще время это не пришло, а за мозги. То есть за улицу там началась какая-то возня, борьба.
И может, вполне возможно, что эта борьба за улицу просто имитационная, потому что надо картинку такую создать. Но смотрите, переворот идет, смотри, как в 91-м году. Смотрите, массы вышли тут. Сотни тысяч вышли, и мы решили распустить государство. Да? Это же удобно. Даже поубивали там кого-то, для того, чтобы картинка была более убедительная и кровавая. А потом сказали, ну все, распускаем государство, вы же вот требовали другой системы, другой власти. Да никто не требовал распускать государство. А мы вот это услышали и решили государство ликвидировать. Вот поэтому вполне возможно, что один из сценариев, там сразу несколько сценариев, несомненно, есть. Но один из сценариев, если уж пойдет, хорошо. Если люди действительно сейчас закусятся с полицаями, если там... За границей нас поддержат, если средства массовой информации осмелеют, то это же очень удобно, тоже опять сказать, ну все, мы распускаем прежнюю систему, начинаем новую. Ответственности за прежнюю никакой нет, потому что, ну нет Советского Союза, и отвечать некому. Не будет Российской Федерации, а будет там Московия, там Сибирь, Дальний Восток, отдельные государства, и некому отвечать. То есть растащили все, и некому отвечать. Вот. Нам надо, конечно, на это обращать внимание, что помимо того, что вы видите, еще происходят процессы, о которых вам особенно и не говорят. Как, например, там, ИГИЛ. Страшная террористическая организация. Нигде и никогда никто не говорит, кто финансирует, откуда оружие, откуда эти люди. Кто руководитель? Кто руководитель? То есть просто в рот воды набрали, все. Они обличают, они объявляют, что у нас запрещена эта организация, не забывают об этом говорить. Кто финансирует, откуда деньги, откуда люди, откуда оружие, ничего не говорят. И сейчас тоже, а кто говорит, откуда деньги на пропаганду? Вот того, что происходит на улице. Защищают тех людей, которых задержали или нет? По Болотной площади мы знаем. Забыли, и люди уехали на зону, и никто о них и не вспомнил. Ну, даже вот здесь присутствующих как напряжем мозги. А кто там пошел в тюрьму-то после этого? И что с ними стало после этого? Нет, и те, кто нынче организует все эти протесты, они совершенно этим не заботятся. То есть им главное... Что якобы грузины дали ему денег. Грузины, мы сказать наверняка не можем. Вот. И когда то есть здесь вот возникает как бы два плана. С одной стороны, пробуждение гражданского самосознания. Неважно, кто там организовал эти протесты, с какой целью, но есть среди тех, кто выходит на улицу, люди искренние. Им надо в голову положить, что у них должна быть задача не только негативная, но и позитивная. Они ненавидят эту власть, мы тоже ненавидим. Но мы знаем, что после этой власти должно быть, и мы им должны это объяснять. Должно быть вот так, так и так. А если вы просто приходите побузить, потолкаться, сняться там для того, чтобы в Инстаграме что-то выложить, это все на руку этому режиму. Он это все использует против вас же. И то, что вы считаете, что вы боретесь с этим режимом, так этот режим использует ваше движение в своих целях. Если нет позитивной программы, если вы не организуетесь, если после Болотной не возникло никаких структур, тогда следует задать вопрос инициаторам, а что вы делали все это время, вот с 2011 года по сей день? А почему не возникло никакой организации? Почему вы людей не сплотили? Почему вы не выдвинули с тех пор и до настоящего времени никакой позитивной программы? Это сомнение должно людей не то что с улицы выводить, а приводить их к пониманию ситуации. Зачем выходить на улицы и с кем, самое главное? И под какими флагами тоже выходить? Это тоже немаловажно, потому что под радужными флагами тоже можно выйти. И вроде как им разрешили, и вроде как это не так опасно, но вы под чьими флагами идете и в чьем сценарии вы задействованы? Вот этот вопрос люди должны задавать не для того, чтобы прекратить свою активность, а чтобы направить ее в нужное русло. Когда на улицу выходят организации, они защищают своих. Защищают своих, отбивают у полиции, отбивают у суда. Если кто-то в тюрьму попал, продолжают взаимодействовать и не дают ситуации превратиться в полное забвение. Это организация. Нет организации, все, каждый сам за себя, даже если вышли толпой. Поэтому мне кажется, что вот миссия нашей организации, других организаций, которые все еще действуют при всей их малосильности, это давать людям понимание того, что
организации на первом месте, а выход на улицу, может, даже и не на третьем. Понимание, для чего вы участвуете в политике. И почему это участие не должно ограничиваться тем, что вы побузили, почувствовали себя героем. Дальше должно быть продолжение, как вот Кирилл Владимирович сказал. Выборы прошли, понятно, что это обман. А дальше что, все, мы опустили руки. Вот были выборы, когда Грудинин выступал. Огромное количество просмотров, любой политический ролик, выборы прошли, и общество выдохнуло, и никому ничего уже не интересно. И не может защитить этого же Грудинина. И Грудинин себя защитить не может, и общество его. А что же вы тогда ходили за него? Миллионы голосовали-то. И теперь вы не можете его защитить. Это ваш был кандидат? Ваш. И еще один момент, связанный с идеологическим размежеванием. Понятно, что когда люди выходят на улицы, или когда они выходят на баррикады, или когда они рядом в одном окопе, вопрос об идеологии не стоит. Вопрос стоит о жизни и смерти. Или вопрос о судьбе, на свободе или за решеткой и так далее. Много этих вопросов, которые снимают идеологическую разницу, потому что такая диспозиция. Но каждая организация должна иметь свою идеологию, должна под свой флаг стягивать своих и добиваться понимания, прежде всего, у своих. Поэтому есть люди, которые выходят на площадь, а есть, которые не выходят и негативно относятся к этому выходу. Нужно понимание не только с теми, кто вышел на площадь, но, может быть, в значительно большей степени тех, которые против такого бездумного и бессмысленного протеста и за организацию системного протеста, не под контролем какого-нибудь Вашингтонского обкома или администрации президента, провокаторов и разных махинаторов, которых называют политтехнологами, а действительно под воздействием самостоятельно действующих организаций, которые имеют свою предысторию, и лидеров, самое главное, которых сейчас вообще никто не желает замечать. Да, там ко всем есть куча претензий, все люди колючие и за словом в карман не лезут. Но если нет лидеров, не будет никогда ни альтернативного правительства, ни альтернативного иного режима. Была задача создать группу народных лидеров. Создали. Вот они здесь присутствуют. Это народные лидеры, реальные народные лидеры. Не какие-то люди, которые там выдвинулись и где-то объявили себя кандидатами в депутаты или прошли в депутаты. Если нет альтернативного правительства в виде коалиции народных лидеров, не будет и никакого правительства взамен этого. Поэтому я думаю, что нам надо вновь вернуться к идее народных лидеров с участием НПСР, с участием тех, кто пострадал в результате этих подлых процессов, обрушившихся на ГПР ЗОВ, с участием, может быть, других сил, которые еще не подтянулись. Но это обязательно нужно. Вот кого бы я больше никогда не включал, это членов КПРФ. Это предатели уже с такой печатью, которые предали и кандидата своего, и народ свой, и избиратели всех. Тут просто некуда ставить клеймо. Там клеймо на любой части тела. Если есть еще реплики. А можно я? Для политика главное не против кого он, а за что. Если быть только лишь бы против Путина, может получиться то же самое, что на Украине. Но Янукович, он очень плохой, да. А что у меня Порошенко, это самый Зеленский, они же хорошие. Ну вот примерно мы тогда можем получить. Заключительные реплики участников. Алексей. Если можно, да, я просто хотел бы вот вспоминать слова Валерия, да, когда он сказал, что власть немножко неумна, да, от того, что они могли бы пропустить этих кандидатов на выборы, сделать, что они проиграют выборы, и показать всему народу, что они никто. Сфальсифицировать против. Да, сфальсифицировать и показать, что они никто. Мне кажется, вы немножко поверхностно смотрите. Мне кажется, власть здесь все просчитала. Это одна из версий бывает. Да, одна из версий. Почему? Потому что, смотрите, если сейчас сделать, что они проиграли, значит, лидеров у народа нет. И власть понимает, что лучше держать этих Яшиных, Гудковых более-менее под контролем, чем, не дай бог, убрав их, и за их спины идут более радикально и более резко настроены, как, допустим, выступал тот же Кирилл. Так, ваши заключительные реплики, и на этом заканчиваю, потому что время наше истекло. Вы знаете, мы говорили 2,5 часа, а я не сказал главного. Есть такой метод, мы знаем, где хранится
игла Кощеева этого ненавистного оккупационного режима и действуя в каком направлении можно его снести и сломать. Вы, может быть, удивитесь, но все на самом деле просто и на поверхности. Необходимо требовать, чтобы у нас вся судебная ветвь власти стала законной. Все вот эти вот в черных халатах, изображающие себя судьи федеральных, мировых, конституционных, верховных судей, это не судьи, это незаконные судьи, это назначенцы президента. По 3, 10, 16 статье Конституции исполнительная, законодательная и судебная власть самостоятельны. Что значит самостоятельны? Они могут власть получить только исключительно из рук народа. Что это значит? Это значит на выборах. У нас 22 тысячи федеральных судей. Вот наш процесс длился 9 месяцев, 33 судебных заседания, 36 свидетелей защиты и 5 со стороны обвинения решили огласить. Так вот, все наши доводы, они не находили никакой оценки в этом так называемом суде, Тверском суде. Вот. Почему? Потому что это не судья. Точно так же дают 10, 20, 30 суток ареста при множестве, при очевидном совершении преступления полицаями, которые разгоняли мирный митинг, мирное собрание граждан без оружия. Если вы будете говорить, что нам нужны законные судьи, если народ начнет давить на Государственную Думу, чтобы она устранила противоречия в Конституции, изменила 83-ю, 128-ю статью, тогда, соответственно, Госдума либо сделает это, тогда получится все вынесенные решения судебные незаконны до сей поры этими самозванцами, этими назначенцами. Либо Госдума не будет этого делать, но тогда все будут убеждаться, что это не народные представители, это оккупанты, это беззаконники. Вот. Именно вот в этом направлении необходимо сейчас топить, и этим можно сломать иглу Кощея этого путинского незаконного оккупационного режима. Вот то главное, что я хотел сказать. Кирилл Владимирович, заключительное слово. Я не услышал никаких противоречий вот из всего, что прозвучало сегодня. Мне понравилось, как Андрей Николаевич резюмировал, потому что он акценты очень четкие поставил и важные акценты. Мы говорим на сразу несколько тем, мы редко встречаемся, и тот, кто потом это смотрит со стороны, вот в комплексе пытается это в голове уложить, такому зрителю, такому слушателю, стороннику, ему необходимо какое-то подведение итогов и какое-то акцентирование. Андрей Николаевич с этим справляется здорово. Просто не надо стараться сразу итоги таких встреч, нам здесь присутствующим в первую очередь, в виде какого-то такого многомерного пласта пытаться насквозь все это сразу проглядеть. Мы подняли много тем, по каждой коротенько проговорили, и каждый из этих слоев, он может вдруг помочь продвинуть остальные слои, если хотя бы в одном мы добьемся понимания, успеха, на это тоже надо внимание обращать. С Андреем Николаевичем согласен, с Валерием Николаевичем согласен, все выступающие люди мне близкие и интересные. Закончу, просто надо чаще встречаться.